Всем привет, с вами Дум. Сегодня снова посмотрим на комикс от Marvel. Это комикс под названием «Сорвиголова. Человек без страха». Третий том от Марка Уэйда. И также для тех, кто еще не знает, у Марка Уэйда есть еще одна серия «Сорвиголовы», но она уже происходит в Marvel Now. Надеюсь, ее тоже потом издадут после вот этой линейки. Вот такая обложечка довольно-таки интересная. Собственно говоря, можно сказать, маска доктора Дума и глаз его, да, и на фоне нее сам Мэтт Мёрдок, «Сорвиголова». С корешка выглядит вот так. Кстати, я заметил, что «Сорвиголова», наверное, самый толстый из всех, вот, которые ТПБшки Marvel выходят. По толщине он, наверное, самый такой большой. Опять же, иконка. Том 3. Задняя сторона. Такой каратель какой-то, да, темнокожий, можно сказать. Мегадиск. Человек-паук, маска и сам «Сорвиголова». И для тех, кому интересно, какие сюда у нас входят номера. Это 11 и 15, Мстительный Человек-паук, Каратель и так далее. В общем, это что касается самого издания комикса. Ну а теперь о самом комиксе. Я бы этот комикс разделил на две части. Это первое о, так сказать, совместной работе «Сорвиголовы», «Человека-паука» и «Карателя». Ну а вторую часть бы я назвал «Приключения «Сорвиголовы» в Латверии, в стране доктора Дума». И вот, собственно, сразу здесь с первых же страниц появляется паучок, и первую часть бы это о том, как они охраняли омега-диск, в котором хранятся данные практически на все преступные организации, такие как Гидра, ЦИИ, Византийское общество, или как-то так оно называется, и так далее. И, в общем, все вот эти группировки охотятся за этим омега-диском, и «Сорвиголова» как такой главная цель для них. Вот, собственно, все вот эти преступные лидеры собрали, чтобы отобрать диск. И теперь у нас здесь появляется каратель. Никого ли вам не напоминает вот этот каратель? Лично мне он напоминает Solid Snake, да, из Metal Gear Solid. Очень уж он похож, особенно вот тут. Такой, впервые такого вижу обросшего бородатого карателя. Обычно он выбритый, должен быть, да, так коротко стриженный. Рисунок тоже отличнейший. И что самое интересное, тут, видимо, несколько художников рисовали. И вот первый рисунок такой шикарный, да, а второй уже, вот во второй части комикса, где я говорил про приключения в Латверии, уже похуже, видите, заметно сразу. Все-таки первый рисунок мне нравился больше, чем вот второй. И самое такое для меня разочарование, вроде, да, нарисован Доктор Дум, и кажется, что там, ну, одним из главных таких, да, будет злодеев в этом комиксе Доктор Дум, но, к сожалению, к моему, Доктор Дум здесь не появился ни разу, только лишь на картине. Так что это вот такое небольшое разочарование для меня. Вот, ну и давайте посмотрим, собственно говоря, на дополнительные материалы. Вот такой разворот шикарнейший. Здесь у нас Человек-паук, каратель. Ну, карателя не видно из-за того, что он посередине, да, и, собственно, «Сорвиголова». Это у нас «Мстительный Человек-паук» 6, «Каратель» 10, «Сорвиголова» 11. Совмещенный вариант на обложке, художник Ади Гранов. Вот такой у нас здесь вариантная обложка. Серия «Мстители». Опять же, «Человек-паук» вместе с «Сорвиголовой». Обложка к 50-летию удивительного Человека-паука, художник Эд МакГиннес. И вот такая у нас здесь Мэри Джейн и Веном. Это вариантная обложка из серии «Человек-паук в движении», художник Майк Деодато-младший. И другие вышедшие тома, это первый и второй. Вот из всех трех пока обложек мне нравится почему-то именно вот это, да, независимо от того, что тут Доктор Дум, да, мой самый любимый персонаж. Но все-таки эта обложка пока самая крутая. Вот эта самая, как больше всего мне не нравится, какая-то она не очень. В общем, вот такой третий том. Если вы читали первые два, то обязательно к покупке вот этот. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!